dvhub.ru. На самом деле при 300 тысячах голосующих, что на выборах предыдущих, что на сегодняшний день, мы получили поддержку на 26 тысяч голосов больше, чем на предыдущих выборах. То есть до этого в Хабаровском крае за Компартию Российской Федерации на предыдущих выборах голосовало 36 тысяч человек. В этом году за нас проголосовало 60 тысяч из 300 тысяч голосующих. Я считаю, что это хороший результат. И мы сегодня, это так, те наши люди, та команда, с которой мы пойдем, будем работать дальше, пойдем на выборы дальше. Я надеюсь, что это будет, результат будет достойный. dvhub.ru